Сейчас я ваших родителей еще подключу. Нет, не сейчас, а в принципе подключу обязательно. Потому что я такой лентяй. Мне сейчас так тяжело, жена улетела, приехала. Я остался один, делать ничего не хочет. Михаила, мне сделали суп на целый месяц. Ой, боль. Целый месяц буду. И плов тоже. А вот ты замочишь, а? Вот ты сегодня будешь мочить. Эй! Что ты балуешься, больной? Давай, 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 учитель, давай с лицеем. Ты хоть разбудку делай хорошо, чтобы они у меня вспотели. Я уже тебя любить буду. А то ты сидишь, как новичок. О, крылышки видно. Вот сел и сидит. Представляете, что он мне там делал? Диван. Я тут. Я знаю, с кем Алекс работает летом. Малером. Начал. А вот. Хорошо. Все, все правильно. Встали. Так, смотрите, куда будете падать. Особенно вот вы. Вы туда головой падаете? Там есть люди? Будьте внимательны. Вадим то же самое. Страховка назад. Смотрите, страховка двумя руками. Дом. Стынга мына. Дрябка мына. Вообще без рук. И опять. Дой, стынга, дрябка, без рук. Аджина, пошли. Вон он. Дой. Приди. Приди туда, пожалуйста. Сели, я садился, стынка дрябка, стынка дрябка. Почему? Потому что есть бросок, анкарин и наики. Вперед с колен, вот, влажено. То есть для этого колени должно быть, что они здесь делают? Они делают, вот попробуйте, они делают с колен на ноги, прыжки, прыжок, раз, на колени обратно. Вот попробуйте, прыжки, покажи, Андрюха. Прыжки с колен на ноги, смотрите, раз, раз. Вот так, пошли. Ну, попробовали. Хорошо, ну ты, Валя, вы поняли, какие вы сильные. О, Петруха, молодец. Красавец. Так, сели на колени и падаем вперед. Пошли, а рука есть. Это инди. Пошли, а фигурари на инди. Пошли, вон он. Давай. Три, а сейчас хлопок, падение, потом два хлопка, падение, падаем, да, не хлопка, но потом падаем, хлопок, два хлопка, пять хлопков, хлопок сзади, и потом сзади, хорошо, Матен, высокий парты. Подвиньтесь сюда немножко. Говорили, кто не плачет. Здесь вот сами пока разумеете. И где перекаты? Стынга, дрябка. Стынга, дрябка. Развесится. Шестовато, что ли? Нет? Пошли. Ритуация. Вот. Смотрите, сюда объемный поезд. Где голова, чтобы не удариться. А то в армии знаешь, как тяжело лечиться? Зимой ходит. Расскажу, как лечить в армии. Подожди вам. Хорошо. Хорошо. Стоп. Мате. Встали. Так. Андрюха, берешь Мариуса вот здесь. Андрюха, а есть? Все, Андрюха, нет? Черная речь, Валерика сюда. Так, здесь у нас пойдет Драгош и Богдан. Вот
Так. Ага. А есть. Вот здесь. Вот здесь. Еще раз. Будете делать то, что знаете, а не то, что он либо рублю, поэтому аккуратно, да? Так. Ты, Танюш. Да? Да. Михаила, присядь на секундочку. Иди сюда. Вот тебе. Спецназ. Молдавский будущий. Значит, еще раз показываю, что у меня. Смотрите, я беру Вадима и аккуратненько толкаю. Он делает страховку назад. Отсюда. Раз. Оп. Встает. Толкает меня. Потолкает. Оп. Сидит, сидит. Я падаю. Так становись. Боком становится. Я вот толкаю, делает кувырок вперед. Или кувырок вперед страховкой, или наоборот. Понятно. Да, потом другое плечо. Потом он становится отсюда. Я его толкаю. Раз, он делает кувырок. Нет, так, кувырок. Пошли. Андрюха, вы делаете уже те браслеты, да? Петря, Кателин, то есть то, что Мельница, Валерика. Все, встали, разобрались и делаем броски. Да, ты с Михайловым. Вот здесь Михайлов. Так, ты берешь Богдана. Богдан. Аккуратненько. Богданом здесь. Померим сюда. Да, и будешь.
и он будет. Давай.
45 минут. Я скажу, когда с бросками, когда в парке, когда в стойке. Аджина, боремся. Дик, аккуратненько, пожалуйста. Когда бросишь, скажи. Скажи, так бросает варю. Только стой, только стойте, только лоб. Лапи чай. Лапи чай. Мишин,
К концу я дам сильную борьбу, чтобы у нас на торт и на борт осталось мало людей. Я уже не буду. Да. Богдан, покажи ему. Зюськину маму. По яйцам. Победа! Вот так, молодец. И сразу поднимать. Сразу его поднимать. Нет, не надо. Если он встает, то не надо поднимать. Он меня держит. А сегодня мы
Дальше.
потянул его. Раз, вот он шагнул. Зашел, толкаю, делаю зацеп и бросаю. Ну ты не думай. Пошли. Бросок, бросок. Первый, второй. Разворачиваешься и бросаешь. Что делать? Стоп. Пиши, как смотри, еще раз. Да? Мы, да? Шикарно. Вот, я ее слышал. Если здесь, что там? Когда у меня нога висит, то есть
где стоит на татами, вот так, тогда я делаю зацеп и бросаю. А есть вариант, когда она как раз стоит. Тогда уже нельзя же ее вырвать. В этом случае вот что делаем. Стать по мне боком. Поставим ногу эту вперед. Вот. Смотрите. Давайте. Это правда хорошо для левши. Для правши чуть-чуть отойдет. Посмотрите, что я делаю. Я ставлю ногу и прыгаю. Раз. Он стоит. Стоит. Ну и пусть стоит. Я беру, нагружаю. Моя рука сверху должна быть. Раз, и просто сажусь. Хоп! Еще раз. Убежал. Ты пощету. Я дорощу свой сон. Ты стоишь и какая? Ножку поставь. Молодец, умница. Раз, и отсюда. Оп! Опять убежал. Придется сейчас бросать по-настоящему. Ну, не надо. Так я должен показать. То есть я нагружаю, оп! Вот сейчас не надо, мне тоже не надо это. А ты не в сторону. Вадим, не в сторону. Я не только посмотри. Значит, я зацепил, зашел сюда, и он стоит боком, и я. Я просто сажусь, делаю отсюда вот такое движение. Вроде я падаю, но я бросок делаю. Это у меня это. Встали. Боремся. Отсюда. Здравствуйте.
Петя, а кто его? А он хоп и извернулся. Молодец. Молодец, Богдан. Отлично, Петрик, классно. Миша, разогреешься, скажешь? Что? Ты болен? С ним? Не, не надо. Я сейчас тебе дверь. Я так сделаю. Сюда. Потому что ты разрешение пошел. Надо вывести. Я тебе сказал. Сюда, Илюша, вот сюда. Да. Петя! Где есть ноги? Или я сейчас оторву? Аккуратно. Аккуратно. Устал? Нет? Все хорошо? Устал? Да, Валерий, если перейдите туда, а
вы увидите сюда. Это я там занимаюсь. Можно? Можно? Можно?
они будут сами играть, будет жопа. Не надо лишнего. Потом помоешь. Вот сидишь. Дай мне стол. Yeah.
команда Мате. Заправились. Качок. Это не подтягивание. Пошли вокруг ковра. Так, здесь мы откроем. Идем, кто армия делает? Да ты не армия лучше. А что, в армии не заставляли? В армии больше дела. Да не в армии. Когда было? Сели. Это Юлик. Не Юлик, это Валерика и... Валерика сюда. Куда? Сейчас, потому что они тебя отжимают. Эй, пацаны! Валерика, да, нет. Так, у нас пришли военнослужащие. Вот, да, защитники Родины. Ваши защитники. Да. Вот мы их и заставим работать. Да? Да. Так, спасибо, что зашли, поборолись, заходите почаще. И не так, как размялся, потому что Кристина Торовича вам плохо. И все. Так. Девочки, идите сюда. Девочки, вину плачь. Так, взяли тортик. Можно подвинуть, только подвинуть. Хороший вопрос. Так, девчонки. Как? Нет, по одному. Не надо им носить. Все один, блин. Все две берете. Да, и за деньги. Все, и там потом сюда останется. Да, забери, побери. В следующий раз надо будет позвать этих. Сюда берете. Берете и отходите. Потом эту штучку, это, все остальное, которое там плохое, туда бросите. Петр, один кусок. Он знает. И забрали и ушли. Маленькие стаканы для малышей. Отходите, потому что заберу. Так, остальные. Да, там. Спасибо, Миша. Спасибо, Саша. Если так будете приходить, приходите все. Заходил Андрюха. Да, и я тоже с вами сфотографировался, Миша. Темно, что было, и Саша. Так.
хорошая пятница получилась. Помыли, пожрали. Так, кто покушал? 10 подтягиваем за бой. Кто покушал, кланяется мне, Юрий Александрович, которого нет. Пацаны хотят, могут еще покачаться немножко. А можно еще две стакана воды? Еще раз. Еще один стакан будет. Воды? Ну, если есть. 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 Забирай, пока есть. Так, оставляете, есть ли кусочек? Да, да? Есть. Три. Для вас. Да, вот это возьму я, а это можно забирать. Так, свет. Что? Хорошо. Так, Саня, давайте мы сразу сфотографируемся. Так, Саня у нас синий, он будет посреди стоять, он красивый. Так, кто нас даст сфотографировать? Так, все, Петя, ушел, ушел. Кто ты сейчас точно кого-нибудь дал поймешь? А Казмин не появился. Тебя. Казмин печает. А я ему свое, да? А? Я ему свое, да. Так, где у нас, да? Вот. Да, сфотографируй, пожалуйста. Да. Миша, я думаю, вот так. Потому на фоне этого. Ближе встань. Ой, что? Так, сейчас. Да не обнимайте его. Ребят, можно... Голый ходит. Блин, без плана. Вот, видишь, что... Да лежит за декалку. Потом смотри. А потом подойдешь поближе. Вот так. Видишь, вот так сделаешь. О, ёпары сидят. Мишенька, ты твоя сразу... Вот, и теперь нам дама вот так вот. А почему ты сел только по два? А вот если одна фотография, вдруг она. Нет, ну что честно. Я все-таки так поводу. Так, я могу нормально. Может быть. Там есть, хорошо. О, хорошо. А мы ему один глаз приделаем. Все, Санёк, спасибо. Спасибо. Потом этот поставить уже кимоно. Угу. Так. А, надо выключить. Сильно двери не открывай, потому что они ломаются.